Опасность ICO. 4 сентября Народный банк Китая назвал продажи токенов через ICO незаконными и подрывающими экономическую и финансовую стабильность страны. Радж Чоудхури, доктор медицинских наук Hashcash Consultants и известный эксперт блокчейн, отмечает, что ICO является прозрачным и демократичным механизмом для стартапов и компаний для привлечения капитала. Из-за полного запрета Китаем, ICO все еще имеет невнушающий доверие статус на рынке. На этой неделе комиссия по ценным бумагам Малайзии также предупредила инвесторов об опасности ICO, но Чоудхури успокаивает, говоря, что достаточно только обеспечить более детальное просвещение потребителей о технологии, тогда можно будет гарантировать отсутствие опасности мошенничества.